пошел мне в ремонт мотор с таким вот понижающим редуктором. Сейчас надо его отсоединить, мне надо добраться до крышки картера, до колец. Ну, вот, короче, надо сделать его, поменять кольца. Чтобы отсоединить, добраться, надо располовинить сам редуктор понижающий. Сейчас откручиваю. Так, половиню редуктор. Вот такой он тут стоит, интересный. Так, мне теперь нужно добраться до болтов и открутить его от крышки картера. И тогда только доберусь до коленвала. Так, открутись. О, открутился легко. Так, ну вот, сняли, получается, всю сцепление центробежное. И сейчас буду снимать сам корпус. Добираюсь до картера. Ну и делаю то, что мне надо было делать. Вот сломано. Раз, три, два.